А? Как? Все. Ну, час сюда один не запишем. Сейчас запишем, смотрите. Сегодня у нас 11 сентября. Значит, выезд в 20 минут. То есть 10 минут, когда у вас не будет хватать, они за мной. Угу. Вы выехали в 20 минут, они в полчаса. Значит, смотрите, что. Ну, в 7.30 будем считать, и в 19.30, итого 12 часов. Минус обед, и получается 11 часов. Угу. За 11 часов по 1050, 16.500. Ну, если 10, это получается 15, еще полторы добавить. 16.5. И мой долг вам был 1250. Угу. Теперь я слагаю, и я должен отдать вам 17.750. Ну вот она, 16.500. Ну, я понял. 750. Ну, у меня деньги такие. Я вам даю. Теперь вы мне будете должны 2750. Так. Пятерочка. Вторая. 10. 15. Вы сегодня отличились. 20. Так. Сегодняшний день закончился благополучно. Слава Богу. У нас отняла дорога еще 2 часа. Вот, распишитесь здесь. Все официально. Так, посмотрите. Что я должен остался? Где, вот. Я время, сколько отработали, я завтра вам отдам. Это данные по времени. Так, а дайте я перепишу. 2750 за вами. Их не надо, мы посчитаем потом. Вы запишите только себе. Потому что я одной купюрой рассчитываюсь, и нам эти мелочицы просто не... Уже сколько раз бы мы тут крошили эти деньги. А так вам самим удобно. 2750. Тысяч не пошли. Вчера я вам был должен, а сегодня вы мне. Да. Вы записываете вот это у меня все, что есть. Вам легко будет сверять. А что тут сверять? Круглая цифра сегодня, как вы сказали, по нолям. Удобно считать. За 11 рабочих часов. Вы сегодня отличились. На трех объектах работали. Завтра суббота. Сами смотрите, как. Мы к вам приноравливаемся. Вы посмотрите вам, как с ужином-то. Откройте, что там. Да, вот, чтоб, надо, чтобы они по одной носили. Чего у меня два? Я не съедаю. Ну, что они съедают-то? Да постарайся. Вот, ну-ка, покажи, ну, куда? Чем там вообще. Это все оставлю. Значит, суп. Суп мясной, а это еще что? Не знаю, капок. Видал, что тут закупорили. Сливки. Ну, кормят, как короля. Да я не ем сливки. Сливки? Вы сказали, я это брось. Нет, ну я... Вон, котлеты мясные. Ну и куда? Я только не съем в жизни. Но постарайся, потом ляжешь спать. Ага. Так что, потеряю, будешь помнить. Тут видишь, какие у нас сестры-то. Ну. Любящие. Так, воды надо. Так, ну все, мы пошли. Спокойно вообще. Сейчас вместе пойдем. Вот. Я воды наберу. Подождите. Так. А что, тут воды нету? Обожди, так как Сергей сказал, что вода тут есть. А там в ведре что? Как так? Сергей совсем не смотрит, следующий, я не пойму. Так, подождите. Он здесь, у Татьяны Новиковой. А? Он у Татьяны Новиковой. Сергей. Но он же показал, где вода. Он показал, ты показал, а сам он не принес. Это вообще, это выключается.